Вот здесь, на Монмартре, я, в общем-то, и провела всю свою парижскую жизнь. Здесь совсем недалеко была наша первая квартира. Здесь сейчас уже почти 20 лет я живу напротив Петербургской улицы, и мне это, конечно, особенно приятно. И тот вид, который сегодня здесь перед вами, и который был показан на выставке «Аран Капиталь», я писала его и ночью, и днем, и зимой, и весной. И на самом деле, как французы говорят, «on s'en laisse pas», то есть он, конечно, мне никогда не надоедает. И когда я смотрю вниз, то я иногда чувствую себя как Писаро, который писал, только кареты превратились в машинки, да? И, конечно, этот Париж, который здесь является некой квинтэссенцией самого разного Парижа, фешенебельного здесь 8-го округа с Петербургской улицей. Там начинается район Новой Афины, в которых жили и Жорж Санд, и Шопен, и находится музей Гюстава Муро, который в свое время, в начале моей парижской жизни, буквально поразил меня. И, конечно, то, что на площади памятник генералу Монсе, который защищал Париж от русских казаков, а в двух шагах находится знаменитое бывшее кафе Гурбуа, теперь уже являющееся магазином Селио. Но, тем не менее, совсем рядом есть еще и мозаика с палитрой, где художники-импрессионисты покупали свои краски. Наверное, судьба не случайно привела меня в это удивительное место. Я рада показать и поделиться вам этим видом и вообще всем тем, что здесь интересно. С той стороны тоже вид очень интересный. Открывается вид наверху на Триумфальную арку. И если посмотреть силуэтом в глубине, прямо над темным бульваром, это маленькая луковка собора Александра Невского, знаменитой русской церкви на Рю-Дарю. Наверное, все это не случайно, и поэтому мне здесь так хорошо, и по течении многих лет здесь очень хорошо писалось. Итак, мы в гостях у художницы Анны Филимоновой, которая уже многие годы живет и работает в Париже. И хочется расспросить ее, как она оказалась в Париже, и о ее деятельности, которой она занимается последние годы. Итак, Анна, не скажете ли несколько слов о вашем первом посещении в Париже и как здесь в дальнейшем складывалось ваше творчество, ваша учеба? Ну, парижанка я уже действительно со стажем. Приехала я сюда первый раз, как многие русские, мечтая увидеть Париж. Еще, в общем-то, студентка института имени Репина. Но с Францией меня связывает очень долгая и любовь, что называется, с детства, потому что я учила французский язык во французской школе. Тогда это было преподаванием ряда предметов на французском языке с 8 лет. Знаменитой так, теперь уже школе Жак-Ив Кусто. И к тому же мне в жизни повезло, потому что когда я потом в подростковом возрасте перешла из этой школы, поступила в США, очень любила французский, родители продолжали мою эту любовь поддерживать, и у меня был частный учитель, и учитель этот был замечательный граф Орлов, который преподавал в этой школе Жак-Ив Кусто. И, конечно, я думаю, что это во многом определило мою жизнь, потому что у меня был действительно живой французский язык. К 18 годам я, не имея языкового образования, говорила свободно, и даже будучи студенткой института Репина, для того, чтобы практиковать французский, окончила параллельно институт гидов-переводчиков. И именно первые мои туристы во время летнего небольшого очень такого подработки с иностранными туристами пригласили меня во Францию. Я тогда приехала в Париж. Конечно, как все нормальные люди, в него влюбилась, но ничто не предвещало, в принципе, то, что я, так сказать, вот жизнь моя действительно здесь пройдет в таком замечательном, связанном с Россией, но совершенно парижском центре. А получилось потом так, что я в какой-то момент тоже получила стипендию французского правительства и приехала после института Репина стажироваться в школе Лувра. Ну, это были то, что называется, лихие 90-е, и когда я уезжала, я помню, что мои друзья, которые знали, что я говорила по-французски, говорили: «О, все, прощай, не вернешься», а я била себя в грудь и кричала, что я вернусь, я не иммигрантка, я не уезжаю, и у меня намерений таких действительно не было, но... Как, что называется, с молодыми девушками, что случается, когда они выезжают вот
в таком возрасте. Какая-то первый год стипендии мне бы очень нравилось. Мне платили деньги за то, чтобы жить в Париже. Это было вообще совершенно фантастика. Жила я в Cité des Arts. Выиграла тоже конкурс внутренний среди стипендиатов. Поселилась напротив острова Святого Людовика с видом рядом на Нотр-Дам. Но это было просто как бы... Я до сих пор каждый раз, когда попадаю в этот квартал, у меня возвращается ностальгия этого счастливого времени, удивительной вот этой богемной такой молодости, когда в Cité des Arts живут и голландцы, мы все, я помню, на станции метро поправляем друг другу артикли какие-то, исправляем, кто как говорит по-французски. Ну, было совершенно потрясающее время, конечно. Я даже не пыталась что-то зарабатывать, потому что я думала, что это никогда не повторится такое время. Я гуляла по Парижу, влюбилась в этот город совершенно абсолютно. И, конечно, в это время многое очень стало интересно по сравнению с тем, как мы учились, реализм, социалистический, какой хотите его называйте, но он был абсолютно непопулярен в это время среди французских художников. То есть русская живопись продавалась в 90-х годах, но ее достаточно быстро, в общем, как бы с рынка увели, чтобы она не портила и тень не наставляла на французских художников рисовать в это время. Тут никто особо не умел и не хотел. И найти свое место под солнцем в это время было далеко от непросто, потому что мне хотелось понять, я хотела в академию, в школу здесь, потом в институт философии и искусства в Сорбонне кончила, чтобы понять всю эту ситуацию с современным искусством. Выучила и названия всяких французских художников современных, ничего не поняла. И через некоторое время, повитая немножко, как пошагала, у меня была такая серия с витающими в мире разными соборами, колокольнями и так далее, я вернулась, в общем, в русский реализм, наверное, немножко окрашенный все-таки парижскими мечтами, цветами и какой-то большей легкостью, наверное. Mm-hmm. То есть я, в общем-то, наверное, не хочу сказать, что я стала импрессионизмом, увлеклась, но увлеклась я им немножко позже, и потом вам расскажу почему, но мне вот этот парижский период, как бы после института Репина, он был очень важен, конечно, для меня. И потом я уехала в Америку. Ну, а в Америке вот встретила француза, так что называется, от судьбы не уйдешь. А после 4 лет Парижа у меня было серьезное намерение вернуться после Америки в Петербург. Я только хотела защитить диссертацию в Сорбонне. Вот у меня был сюжет в Америке, я туда уехала на несколько месяцев. Но что называется, вот такая вот ситуация. Америка не затянула какими-то своими перспективами? Такого? Ну, Нью-Йорк мне очень нравился тоже, город очень динамичный. Я его тоже посвятила некоторую, так сказать, часть в работе своей, тоже много писала Нью-Йорк. И там вот познакомилась с своим мужем, который тоже очень любил Нью-Йорк. Но, тем не менее, через год после нашего знакомства мы поженились, опять-таки, mm-hmm. в Нью-Йорке. Так вот он устроил мне, так сказать, свадьбу на острове в Нью-Йорке, mm-hmm. на Манхэттене. Все это mm-hmm. очень было интересно и романтично. Но остаться нам там не захотелось, потому что все-таки, опять-таки, нам было уже под 30. Надо было начинать mm-hmm. жизнь заново, а в Париже все-таки есть mm-hmm. огромный шарм. И мы вернулись в Париж. Mm-hmm. И в Париже поселились вот здесь совсем недалеко. Сначала на Авеню Жюно, а потом вот очень быстро уже здесь на Ботинёлях. Mm-hmm. И я никогда, в общем-то, не жалела о том, что я не уехала в Америку, потому что Америка, конечно, интересна, очень динамична, но понимаете, вот l'art de vivre à la française, то есть вот все то, что я люблю во Франции, этого в Америке нет. И отношения другие, и красота другая, и, конечно, история, архитектура. Вообще Франция страна совершенно уникальная по красоте своих пейзажей и разнообразию, наверное. Вот, поэтому я, конечно, очень, в принципе, рада, что так сложилась моя жизнь. И вот этот квартал, который я люблю, который я знаю, как свои 5 пальцев, в котором так много интересного, он постоянно меня радует. Но я очень люблю Петербург, я постоянно с ним всегда тоже стараюсь как-то связывать свою жизнь. Не зря же напротив Петербургской улицы живу. То есть эта ниточка, связывающая меня с моим родным городом, она никогда не оборвалась. И это то, что меня, в общем-то, я думаю, является составляющей моего счастья. То есть, как люди раньше уезжали, эмигрировали, как прыгали в колодец, я бы, наверное, так не смогла, угу. когда люди уезжали в 70-х годах. Ну, а сейчас совсем другое дело. Угу. А вот проект, который уже существует несколько лет, пленэрной живописи в Жеверни, в поместье Клода Моне, вот как родилась идея вот этого, конкурса, да, это же конкурс пленэрной живописи, как возник и
в какой сейчас, вот, так скажем, стадии этот проект? Вот несколько слов. Это такой интересный и дорогой моему сердцу сюжет. На самом деле, на заднем плане вот здесь вот видна даже одна из картин, два, так сказать, примера метровой живописи, потому что метр на метр – это такой сюжет, который стал нашим коньком в развитии пленэрного конкурса. Тут ситуация такая получилась смешная. У меня когда-то была здесь в Париже галерея, и поэтому я хорошо, как бы, ну, много знаю художников, хорошо знаю тоже принципы этого бизнеса, так сказать, типа, ну, в общем, какие-то секреты и тайны мадридского двора, точнее парижского, мне в данном случае были известны. Но в свое время этот дом продали, у нас не было больше этой галереи, мы не смогли купить ее именно как помещение и потеряли аренду, и поэтому мы искали помещение и нашли его в районе Живерни. Сначала собирались просто туда свести, как бы, картины, а оказалось там так красиво и так замечательно. И надо сказать, что попала я в этот район, ну, в районе Живерни, примерно в том же возрасте, когда Клод Монет приехал. Вот, получилось какое-то, ну, просто откровение. Там совершенно удивительные пейзажи, там удивительно театральная природа, вот такая вот долина Сены, такие холмы вокруг, и влажность определенная, потому что долина Эпты, долина Сены. Не зря художники там писали, вот, это называется Кудри Сены, весь этот регион. А Монет, сколько это километров? Это 70 километров от Парижа, и Монео в своей жизни, он тоже отдалялся постепенно, то есть он жил в Париже, потом в Аржантёй, потом в Витёй, Витёй это 20 минут от моей загородной мастерской, и потом Живерни это 10 минут от моей загородной мастерской. И когда мы там, как бы, вот, ну, получили сначала мастерскую, потом со временем мы купили дом, так сказать, чтобы было уже можно действительно сделать там определенную базу. Это место, его было слишком много для меня одной. Я стала приглашать туда художников, чтобы поделиться этим восторгом. И постепенно из этого восторга появилось событие с местным мэром. Мы сначала его задумали так, немножко шутя. А вот давайте сделаем конкурс метр на метр на пленэре. А давайте. Художники некоторые ругались, что это такое, метр, на пленэре не пишешь. И, конечно, не пишешь. Ну, конечно, я знаю, что, как бы, 2 часа, как все нормальные художники. Но, видимо, может, жизнь во Франции сказалась. Мы включили в этот момент пленэра некую перформанс, такое состояние, а показать, а вот как можно на пленэре. И, конечно, с мастерством художники, в конце концов, тоже почувствовали в этом какой-то кайф, челлендж такой. А попробуем. А вот что можно сделать за 3 дня на пленэре, учитывая изменения света там, и так далее, что из этого получится. И все больше и больше людей стало приезжать на этот конкурс. Сначала он проходил в этой деревне Фурш, потом она нам показалась явно мала, потому что деревня 500 жителей, в нее съезжается 100 художников, селить их негде, кормить их негде. В общем, начинается масса логистических проблем, потому что нести культуру в массы в сельской местности – это не так просто. Но, тем не менее, опять-таки, когда я поняла, что художники, а у нас до 30% людей возвращалось каждый год. То есть желание вернуться в эту маленькую деревню было совершенно феноменальное. И было много из России выходцев, из разных стран Восточной Европы. Постепенно стали появляться и более экзотические художники, типа китайцев, опять-таки, или американцы появлялись. Простите, а в каком году первый состоялся такой фестиваль? Вот в этом году это будет 7-й фестиваль. Французы это называют «L'âge de raison». То есть он был ежегодный, да? Он был ежегодный, да, он менял постоянно свои, как бы, так сказать, принципы, правила, развивался, эволюция постоянно проходила, потому что с 17-го года мы уже не делаем его в Фурже, а меняем города, и все это превратилось из чистого такого вот конкурса в настоящий фестиваль, который называется «В колыбели импрессионизма», потому что все это, в принципе, колыбель импрессионизма, то есть долина Сены, которая от Парижа ведет к Нормандскому побережью. До скалы Трета. И, конечно, художники, когда приезжают, мы им устраиваем поездки тоже, они ездят и в Трета, и в Лизен-де-Лис, и, конечно, вот много лет подряд постоянно у нас были сеансы в самих садах Клода Моне, что является для каждого. Ну, в общем, я это сравниваю со своими воспоминаниями, когда училась в академии, мы ходили копировать в Эрмитаже утром, один на один с великими произведениями вот в Эрмитаже. Это было великолепно. Намного интереснее, чем в Лувре. В Лувре можно копировать, но во время открытых часов, и все на тебя смотрят, и толпы ходят, и совсем ты не концентрируешься, когда копируешь, мне кажется. А мы-то копировали в хороших условиях. Так вот, точно так же ходили мы и в сады Клода Моне. Не во время посетителей, а вечером, когда никого не было. И это уникальные условия, когда, конечно, написать
как или хуже, или лучше Клода Моне, никто, конечно, зайца в это не играет, но тем не менее, вот само по себе ощущение с этим садом, сотворенным гением, а я постепенно пришла к выводу, что это действительно гений полностью, создавший и само по себе движение, и кроме того, вообще его собственные вот работы. Я каждый раз, когда люди приезжают, я всем советую после Живерни обязательно посетить музей Оранжери, потому что именно там находятся его знаменитые кувшинки, вот эти 8-метровые. Это просто, конечно, шедевр на уровне Сикстинской капеллы. Так же он на меня действует, понимаете? Mm-hmm. Это совершенно уникальное произведение, которое, опять-таки, Моне в каком-то смысле, мы вот недавно говорили тоже с коллегами, с Сашей, с Луминицей, говорили, что, оказывается, Моне был тоже первый перформер какой-то. Mm-hmm. Потому что, когда он писал эти огромные кувшинки и придумывал, как они должны быть устроены в этом здании Оранжери, вот, ведь сейчас не соблюдают французские музеи, и первое помещение при входе в Оранжери, они все время выставляют там какое-то современное искусство. Мода такая, на диалог современного с прошлым. А Моне хотел, чтобы это было чистилище, антишамбро, перед тем, как ты входишь и уже вот действительно встречаешься с этим миром удивительных его голубых полотен. Но вот это вот мне стало все больше и больше близко, и именно с этой целью, в общем-то, я и стараюсь пригласить как можно более интересных художников из разных стран мира. Конечно, очень много россиян имеют большую практику на пленэре, и они, как правило, очень конкурентоспособны, и мало им как бы с кем можно посоперничать, потому что я стараюсь обычно найти с французов, которые способны на такие соревнования. Там, опять-таки, ну, в Англии довольно неплохо это теперь развивается пленэрная живопись, в Америке есть тоже определенные направления. Ну, короче говоря, трудно с нашими соотечественниками бороться на этом поприще, но я стараюсь сделать так, чтобы приезжали интересные художники, чтобы им между собой было интересно. Ну и, естественно, всем тем, кто хочет присоединиться, вот в рамках фестиваля теперь разные формы бывают. Конкурсная основа, там основа, когда подаешь заявки, в общем, ну это все можно посмотреть на сайте. Суть в общем-то не в этом. Суть в том, что как бы событие ежегодное, меняющее место, и вот в 2020 году мы решили по случаю того, что это 7-й год, сделать его в Париже. Угу. Ну вот что... здесь давайте попробуем вставить, вот кто будет смотреть на YouTube, ссылочку на сайт, да, будет внизу информация, и вот в этот момент постараемся наверху дать ссылочку на сайт, который, как по-французски звучит сайт? Сайт называется festival-culture-croisé.eu. И недавно еще наша вот тоже ассоциация, под эгидой которого, собственно, этот фестиваль и делается, мы создали еще такой новый сайт, полностью посвященный именно пленэр живописи во Франции, называется frenchpleinairpainters.com. Mm-hmm. На нем мы афишируем и художников, сначала пока французских, которые пишут на пленэре, mm-hmm. и самые разные события, то есть сам по себе фестиваль, но и другие арт-резиденции, которые будут предлагаться для не только французов, а опять-таки и для наших гостей, и другие события, стажи, которые дают разные воркшопы, разные члены французских, вот именно, так сказать, французской пленэрной школы, скажем так, она не такая большая, как в России, она существует, есть несколько таких лидеров в ней, и вот мне стало интересно их опять-таки показать миру и сказать, что да, не умерла пленэрная живопись во Франции, она по-прежнему существует, и здесь не только пейзажи хороши, но и художники интересные тоже есть, которые этим занимаются. Ну и вот на этом сайте, может быть, даже будет проще найти, потому что информация, она там, так сказать, классифицирована. В этом сайте можно даже также подписаться, стать привилегированным, так сказать, подписчиком и иметь доступ к некой конфиденциальной информации, в том числе вот как раз по поводу разных бесплатных пленэров, которые позволяют где-то пожить и даже в замках Луары иногда. А вот сам пленэр во Франции, это все-таки он входит как некий блок во время обучения, или это сейчас какие-то уже энтузиасты, вот это вот какое? Нет, обучение оно абсолютно не входит, то есть как бы, ну, любое официальное художественное обучение, оно вообще живопись не предполагает как обучение. То есть обучаются рисунку, обучаются ну, компьютерной графике или ручной, так сказать, карандашной графике. Это вот, пожалуйста, этому учиться во Франции можно. А вот живописи как таковые, пленэру, как правило, учатся только в частных мастерских. И ну, у нескольких таких лидеров, которые существуют во Франции, у них как бы очень знаменитая, интересная школа, которая вырастила целую плеяду во Франции художников, которые теперь распространяют этот
навык пленэрной живописи, это то, что называется «Эколь де Тамп», в которой преподавал очень интересный, причем совершенно не похожий на своих учеников художник Люжен, Филипп Люжен. Он вообще был художник-мистик, он писал религиозные картины, но он почему-то очень здорово научил всех своих учеников писать с натуры. И когда, интересно, когда я прихожу на выставке, вижу какого-нибудь художника, который как бы, ну вот, мне чем-то близок, я чуть-чуть копнув, обнаруживаю, что он так или иначе как-то прошел через Эколь де Тамп покасательно, или действительно много лет учился у Люжена, или учился у кого-то из их учеников, его учеников. Но это в вот, Париже, да? Это не под Парижем, довольно далеко, порядка 60 километров от Парижа он преподавал. Вот. Ну а сейчас здесь есть школа Франсуа Легран, Тьерри Лефор, который преподает тоже в его школе. Здесь совсем недалеко у них мастерская, здесь на Рю Шапталь. И вот они являются такими лидерами, скажем так, этого направления. А так вообще, конечно, на пленэре пишут, но очень много любителей, которые, в общем, к сожалению, нигде не учатся. Поэтому это заметно сразу. Они пишут для своего, в свое удовольствие, и даже вроде бы и хотят, но учиться-то им особенно негде. То есть найти то самое место, где действительно вас научат, им довольно сложно. Хотя на побережье французском, северном, да и на южном, наверное, тоже, очень много событий, где художников приглашают пописать на мотив, как они называются, на мотиве, мотив. Вот. Ну, это такие однодневки, которые как бы некое удовольствие, которое сейчас модно везде, но меня это интересует все-таки, поэтому как раз нам захотелось сделать большой формат, потому что, ну, нужен все-таки определенный опыт, да, когда берешься. Ну, сейчас мы поменяли формат самый большой 80 на 80, потому что за один день его надо написать. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы было интересно и чтобы были места новые, чтобы люди, которые возвращаются на это событие, тоже могли познакомиться с какими-то новыми пейзажами. А если можно, несколько слов. Вот у вас в руках каталог из Гранд-Пале, салона, да, графики, который был живописи Алену, живописи на воде, это и акварели, и акрил, может быть. Вот несколько слов. Вот буквально недавно эта выставка прошла с большим успехом. Была группа российской делегации, называлась «Художники без границ графики», да, в том числе, вот я тоже принимала участие. Как вообще пришла идея пригласить художников, ну, поскольку я знаю, многие художники ездят, ну, как персональные единицы, вот, но все-таки организовать это всегда непросто, вот, это всегда определенная затрата и энергии и всего прочего, вот, как это все получилось, как пришла идея, и несколько слов, вот ваше впечатление, как вот вам кажется, насколько все произошло так, как хотелось? Ну, вот это вот наши страницы, да, этого каталога, то есть, на самом деле, эту мечту я лелеяла давно, потому что в «Аран Капитале» я принимаю участие практически с его основания, когда в Большом дворце после его ремонта Министерство культуры решило создать такую большую коллективную выставку для исторических салонов, которые раньше имели возможность выставляться в Большом дворце практически в течение месяца каждый салон. Это было тогда, когда я только приехала во Францию, потом Большой дворец был закрыт, и потом вот создалась эта выставка «Аран Капиталь», в котором я принимала участие и в Пентюралю, и там раньше был еще собор СНБА, в котором салон СНБА или в «Артисты Франции», которую название французского художника, половина из художников, выставляющихся там, гости иностранные. Но это феноменально интересная, с моей точки зрения, выставка, потому что, во-первых, место совершенно легендарное, и в котором чувствуешь себя, ну, принадлежишь истории в каком-то смысле, потому что хочешь, так сказать, лелеять себя этой мыслью или это правда, неважно. Важно, что стеклянный купол Большого дворца действительно уникальное в этом смысле место, там очень много встреч, и поэтому мне давно хотелось сделать делегацию, опять-таки, потому что индивидуальное участие, оно, конечно, хорошо, но поскольку там 2000 художников, то иногда тебя просто там не найдут, то есть искать кого-то – это как иголку в стоге сена. И привлечь внимание к делегации, конечно, намного проще. И поэтому я сдалась вот к концу этого периода, потому что Большой дворец закрывается на ремонт, никто не знает, через какое время и будет ли опять восстановлена та же самая выставка. В 2020 году я сказала, в этом году мы сделаем делегацию. Да, художественный салон живописи на бумаге предлагал мне давно.
И это получилось, я очень рада, что это получилось. Получилось, с моей точки зрения, достаточно многогранно, и тому свидетельствует успех этой выставки, которую после салона пригласили в Русский духовно-культурный центр на Кебранли. А вот сейчас мы только что узнали, что выставка еще продолжится и будет перевезена в торговое представительство России. Наверное, это все тоже не случайно. Во-первых, я подбирала, конечно, эту делегацию как мой кураторский проект, в том смысле, что мне хотелось показать действительно именно русскую графику с разным очень профилем художников, разными техниками. И тот факт, что в нее вошли наши соотечественники, которые живут в разных странах Европы, для меня тоже не безразличен, потому что и были петербургские художники, которые принадлежат моей, так сказать, изначальной альма-матер, и Репина, или Штиглица, были сахишатики, были москвичи. И, конечно, то, что те, которые тоже, как я, учились в России, но живут сейчас в Финляндии, в Германии, как Марина Поспелова или я, Таня Исиевич из Амстердама, это все тоже было интересно, потому что для меня очень важно нести, что называется, в массы значимость российской школы. Я считаю, что она уникальна. Я, прожив здесь всю, можно сказать, сознательную жизнь, я объехав реально, я много раз была в Японии, много раз была в Америке, только, по-моему, в Австралии и в Латинской Америке не была. А так, в общем-то, Европу я знаю хорошо, и я знаю, что такой школы и такого разнообразия разных, владения разными техниками у каждого художника, его практически нигде нет. Человек здесь как бы что-то научился делать, вот он, если он стал галерейным художником, он все-таки эксплуатирует что-то одно, и, как правило, такая широкая палитра у каждого экспериментальная, она все-таки связана с нашим русским образованием. И вот это мне хотелось показать. Мне кажется, что это удалось. Интерес у стенда был огромный. То, что мы благодаря помощи Рублева смогли организовать демонстрации и привлекать гостей показом русских кистей, тоже сыграло определенную роль. И я благодарю в данном случае и художников, которые приняли участие в этих демонстрациях, и саму эту русскую марку Рублев, которая оказалась достаточно звонко звучащей для французского воображения, и качество показывающее кисти. Это было приятно, и поэтому мне кажется, что да, эксперимент удался. Не первый раз, когда я организовываю делегацию. В 2016 году я сделала тоже группу русских художников на салоне «Дотон», осенний салон, который тоже исторический, тоже достаточно легендарный. В нем когда-то в свое время принимали художники участие из «Дягилевских сезонов». И поэтому я знаю, что привлечение публики к стенду делегации всегда эффективнее, скажем так. То есть для пиар-художника это хорошо, потому что к нему приходят, быстро его находят, с ним общаются и хорошо понимают, кто он, откуда, как и что, и это, в общем, помогает. Но это, конечно, очень много работы, поэтому, несмотря на то, что я действительно человек активный, я от организации получаю, в общем, наверное, такое же творческое удовольствие, как и от работы, но на это всегда надо решиться, потому что это, конечно, очень долго занимает времени, очень много энергии, в то время, которое я, естественно, не бываю в мастерской, и потом это надо наверстывать. Но все-таки есть планы в дальнейшем как-то продолжить тему вот именно большой выставочной деятельности, как Гранд Пале, как, возможно, после его реставрации или так далее, повторить этот опыт? Я думаю, что как бы опыт повторится, так или иначе он повторится. Может быть, мы сделаем. Есть планы из сотрудничества с фондом Тейлора, который я уже довольно давно продумываю, и как бы у фонда Тейлора есть интерес к показу русских художников, и нужно найти какой-то интересный обменный вариант, который я сейчас ищу. Потому что у французских художников, конечно, есть большое желание поехать выставиться в Петербург. Да. Потому что Петербург, вы сами заметили тоже, Светлана, что Петербург является, так сказать, тоже мечтой для многих. И благодаря, кстати говоря, моим связям с садами, русскими и французскими, уже небольшая группа французских пленаристов ездила в 2017 году писать в Царское Село, в Ясную Поляну. И со многими из этих художников я продолжаю сотрудничать, и они рассказывают с восторгом это впечатление о том, как их принимали в России, как они писали. Поэтому, конечно, эти планы постепенно будут, я думаю, расширяться. Мы говорим о том, что, может быть, даже и в осеннем салоне сделаем очередную группу какую-то. Но, в общем, я не загадываю слишком жестко пока, потому что
какие-то вещи иногда надо слушать, что называется, что происходит вокруг и как-то вот как оно идет. В данном случае это произошло, сложилось, я очень рада, и я думаю, что чаще всего вот эти все события, они мне приятны еще и тем, что создаются какие-то контакты, возникает дружба у художников, и они даже иногда потом участвуют в каких-то вместе совместных проектах без меня, я не ревную, мне кажется, что это здорово, что возникают какие-то новые симпатии, и люди общаются, и для этого, в общем-то, наши встречи художественные на ней существуют. Я живу в этом вот парижском, здесь, в этой квартире в течение многих лет мы делали то, что назывались салоны французские. И сюда приходило очень много людей, которые и пели, и танцевали, и стихи рассказывали. И, конечно, в этом есть весь шарм Парижа. Это Париж, который богемный, который международный, интернациональный, город мира. И я его именно таким люблю. А сейчас Париж, он все-таки остается концентратом какой-то вот такой культуры, вот русская диаспора, она имеет какое-то общее зерно или все достаточно сейчас разбросано? Вот как-то есть, как вот вы ощущаете? Я больше склонна говорить о Париже и международном, нежели о русской диаспоре, хотя она сейчас, в общем-то, активизировалось, очень много делается и самой России для сплочения соотечественников, то есть для нас здесь бывают и дни русской книги очень интересные, и другие события, которые связаны с различными организациями российскими, которые привозят нам интересных тоже артистов или музыкантов из России, мы охотно ходим, конечно, на эти концерты. То есть это все присутствует, существует, но я сделала свое кредо, в принципе, на именно как бы интеграции в международный Париж, и, наверное, этим, в общем-то, даже, может быть, среди диаспоры я отличаюсь, потому что я, во-первых, сразу приехав, говорила по-французски свободно, у меня французский муж, который меня тоже, так сказать, всю жизнь всегда мы общались в международном мире, и мне именно этот Париж нравится, где, когда мы делали салоны, мы запрещали тем, кто приезжал сюда из русских и умели говорить по-французски, говорить по-русски, чтобы тем, кто приходит, было интересно, потому что иначе, понимаете, языковая среда, она же тоже очень важна. То есть это был такой волонтаризм, шаг, что называется, если умеешь как бы говорить, говори по-французски, если, так сказать, и больше там 2-3 человек одновременно из одной группы не собирали, чтобы был вот этот вот брассаж, что называется, то есть перемешанный этот melting pot, которое американское слово, но которое в данном случае интересно именно общением. Все-таки французское художественное общество, оно этим по-прежнему отличается, то есть вот на тех же салонах, на которые вы видели, сколько там национальностей, и там вы видите французских японцев, французских мексиканцев, и настоящих мексиканцев, и русских здешних, и русских из России, и русских из Германии. Вот эта квинтэссенция, она мне особенно дорога. Изобразительное искусство – это вообще язык, так же, как и музыка, да? Это язык открытый миру, и я имею в виду изобразительный именно язык, да? Который, в общем-то… Не требует перевода, да, конечно. Не требует перевода. Анна, ну вот, может быть, несколько слов вот о перспективах, если наши зрители заинтересуются, может быть, еще можно успеть принять в ближайших каких-то проектах в Париже, а может быть и не только в Париже, вот несколько слов. Несколько слов, это ближайшая как бы и такая реальная перспектива, это, конечно, записаться на фестиваль, который пройдет в Париже с 27 по 30 августа, запись открыта, еще до, сейчас там написано до 29 февраля, но заявки на жюри, на проход жюри, чтобы стать номинантом, оно продлится, я думаю, что как минимум до 15 марта. Ну и кроме того, даже не будучи номинантом, в этом фестивале можно в любом случае принять участие. Достаточно писать на, так сказать, оговоренных форматах для того, чтобы принять участие в последующем конкурсе, который пройдет потом в режиме онлайн на новой нашей платформе. Вот. Кроме того, можно и не следовать этим форматам, а просто приехать пописать те самые дни в компании, тогда как бы конкурс будет недоступен, но сама обстановка, сама возможность пообщаться вместе, приобщиться, участвовать там в гала-ужинах, там, в каких-то экскурсиях, это уже само по себе открыто, взнос 55 евро, и, пожалуйста, вы получаете право ко всей, программе. Это, в общем-то, я думаю, все-таки интересная ситуация, потому что у нас будет много интересных гостей.
у нас будет, во-первых, в этом году гест-стар, знаменитая очень акварелистка Виктория Пришедько. И она живет в Германии, в Трире, но принадлежит, по-моему, Киевской художественной, так сказать, школе. И очень, ну, так сказать, это высший пилотаж акварели огромного размера совершенно. Она будет давать мастер-классы? Да, она будет давать мастер-класс 30 августа. Вот, у нас будет мастер-класс и с обучающим мастер-класс очень интересного индийского художника Прафула Савана. Он был в прошлом году у нас в Лизандалис, очень понравился гостям. И он такой интересный очень. Вот у нас вот еще другие. Тьерри Люфор будет французский пленерист, один из лидеров сейчас пленерной живописи. Такой очень своеобразной манерой. Он сейчас очень хорошо себя зарекомендовал в Калифорнии. Там пользуется большим успехом. Такие большие пространства. И Париж он тоже очень интересно пишет. А мы говорим о масле или вот вы говорите акварелистка. Это разные материалы могут быть? Вот да, здесь материалы могут быть самые разные. Форматы у нас обязательные. Uh-huh. Но в прошлом году вот наши акварелисты, и Ольга Литвиненко была наша гест-стар, и она как раз, то есть я ее пригласила сначала, потому что она показывала свои демо, но Ольге было интересно принять участие и в самом как бы событии. Я говорю, пожалуйста, только на наших форматах. Я никогда не писала 80 на 80 на пленэре. И она совершенно потрясающе справилась, естественно, с этим. Ее картина сейчас находится в городе Лизандалис. Она получила за это медаль города. И Прафул Саван писал тоже на метр на метр. И тоже сказал, что именно ему, как вот, ну, как бы международно известному мастеру, было интересно именно принять участие в этом челлендже, в этом соревновании. Без соревнований, потому что в прошлом году даже никаких медалей не было. Именно была просто работа бок о бок. Но на одних и тех же, скажем так, сюжетах и на одних и тех же форматах. Поэтому акварель, масло, акрил, пастель, все материалы возможны, живопись, не рисунок, то есть не черно-белая работа, скажем так, вот, не графическая, в смысле, то есть графическая, как акварель, но не... Ну, с цветом, да, работаем с цветом, как бы, работаем с цветом, но что касается жюри, то, конечно, жюри понимает, что это разные техники, и как бы премия потом будут разные премии среди акварелистов, среди масла, то есть это мы уже тоже экспериментировали в какой-то момент, и, по-моему, в первом году у нас не было разных категорий, а потом уже категории судили премия акварели, премия масла, потому что это невозможно судить одинаковые, ну, разные техники в одном калибре, как бы, это просто неправильно и неграмотно и нехорошо, поэтому... А это, сколько конечно, недели будет длиться? Ну, в общем-то, да? Фестиваль, как правило, длится около недели, да, то есть три дня живописи, предварительно будут несколько мастер-классов для тех, кто, например, еще не решается писать на пленэре на таких форматах, как бы они смогут поучиться вот у Тьерри Люфора, у Прафула. Вот. И, конечно, ну, последний день уже посвящен просто самим выставке, демо и так далее. Поэтому, в общем-то, надо приезжать, скажем так, на 5 дней. Ну, минимум это с 26 по 31 получается, потому что 30 вечером уже улететь довольно трудно, и вы потеряете день. Ну и, соответственно, начало 27 с 10 утра, поэтому минимально надо приехать накануне. Ну, это предполагает достаточно уже такой высокий уровень художников, или могут и какие-то совсем начинающие? Нет, ну вот в данном случае как бы наш формат сейчас, который выкристаллизовался постепенно, он именно связан с тем, что среди номинантов, которые имеют право на выставку, так сказать, вот in situ в конце в Париже, там только номинированные художники на нее попадают, чтобы показать публике свои работы большого формата, а участвовать могут все. Участвовать могут все, они просто не, как бы, в конце фестиваля не выставляются, но если они работали на формате заданном, то есть вот три формата 40 на 80, 60 на 80 и 80 на 80. Если человек работает в этом формате, он может выбрать при записи, есть две формулировки. Одна за 55, он работает на каком хочешь в своем формате или сам привозит материалы, или он платит дороже, получает VIP-статус, независимо от того, он будет номинантом или нет, но он получает уже эти самые материалы, холсты или бумагу по размеру, соответственно, он уже оплачен гала-ужин и так далее, и он как бы сразу изначально пользуется всей программой, скажем так. Вот. Поэтому принять участие могут новички и те, кто просто интересно познакомиться. Это одно другому, скажем так, не мешает, и в силу вот этой формы, которую мы выбрали с, так сказать, с жестким выбором номинантов и с ограниченным количеством художников на финальной выставке, это, конечно, то, что выкристаллизовалось постепенно, что вначале, я говорю, что у нас доходило время, когда у нас было 100 желающих, и как бы выставить, и, так сказать, провести жюри в
в течение 2 часов там, среди 100 работ, у которых есть, как любители, начинающие, так и профессионалы, это было очень неправильно. Я в какой-то момент как бы эту сторону немножко прикрыла. Притормозили, мы сделали форму фестиваля без конкурса. И сейчас мы постепенно возвращаемся вот к конкурсу. У нас на фестивале, и там сейчас на моем тоже YouTube можно посмотреть интервью с Лаймой Года, которая участвовала и в формате конкурса, и в формате фестиваля. У нее была возможность, как бы, так сказать, сравнить две формулировки. Она рассказывает свои впечатления, и мне в этом смысле интересно было тоже с ней поговорить, посмотреть, что интересно. То есть формат конкурса интересен людям, я так понимаю. То есть есть стимул, есть возможность что-то выиграть, рассказать. Многие, кстати говоря, художники, которые в свое время выигрывали у нас призы, один украинский художник получил народного, другой что-то еще такое сделал интересное, ему то ли дали пост какой-то преподавал. Ну, в общем, короче говоря, если правильно потом подойти, то наши премии, они помогают в карьере художника, скажем так, весьма даже. Вот. Но потому что, в общем, действительно, мы стараемся сделать так, чтобы жюри было очень уважаемое. У нас в жюри был граф князь Лобанов Ростовский, например, или знаменитая швейцарская галеристка Адриан Десбьёль. То есть я приглашаю людей, с которыми мне интересно общаться, и жюри, они, во-первых, они судят вслепую, абсолютно никого не знают, просто по номерам, и тут это действительно интересно. Ну, как в любом жюри всегда есть всегда какой-то элемент лотереи, потому что, естественно, такая работа много, и какой-то взгляд, какой-то свет, никогда не знаешь, можно пройти мимо чего-то очень замечательного. Но к этому надо относиться философски. А все-таки я так понимаю, что часть, так сказать, премий каких-то, она художникам нравится, поэтому мы в этом году решили к этому вернуться. А число участников чем-то ограничено как-то? Есть какая-то цифра? Или пока это так приблизительно? Ну, вот вы знаете, что пока я говорю, что со 100 ограниченных мы перешли на последние годы, когда нас было скорее там 20-30 художников, как бы приглашенных, плюс еще вот в прошлом году мы открыли для участников, как бы, сателлитов, так сказать, спутников. Ну, вот сейчас, как бы, количество спутников, оно не ограничено, потому что, в общем-то, я думаю, что это количество, Париж большой, и нам хватит места. Вот. Ну, а выставочное, так сказать, количество номинантов пока что, оно, как бы, я думаю, что ограничено порядка 30 человек, не больше. Но мы, на самом деле, пока еще все находится в неких приготовлениях. Мы не знаем, в каком зале произойдет окончательная выставка. В этом году муниципальные выборы во Франции, во всех городах. И поэтому основные, так сказать, решения будут сделаны после апреля. Поэтому мы пока тоже не афишируем конкретно ни места конкретно, где мы будем писать, ни где будет конкретная выставка. Переговоры идут, но все будет решено позже. Это нормально. Это здесь такая ситуация, с которой надо считаться и мириться. Но желающим надо поторопиться, да, ведь до какого срока? Ну вот, если попасть в номинанты, то да, нужно сказать, что до 15 марта желательно уже записаться и послать свои работы. Причем при этом можно выбрать как оргвзнос 55, так и 350 VIP. Это не важно, как бы это никак не сыграет роли по поводу того, попадет ли художник, желающий принять участие, как номинант. А запись как просто участника, она возможна, по-моему, на сайте написано где-то до начала августа, наверное. То есть это можно выбрать и попозже. Но, в общем, чем раньше человек выберет, тем раньше он тоже снимет себе жилье адекватное. И мы будем лучше знать, поэтому, конечно, лучше записываться пораньше. Ну, всю информацию надо внимательно посмотреть на сайте. Можно, наверное, задать вопросы по e-mail. Можно задать вопросы по e-mail. Потом правила при начале... На сайте есть автоперевод, но он, как бы, конечно, оставляет желать лучшего, но зато по ссылке для регистрации вы попадаете на сайт, который называется Hello ASO, и на нем при начале регистрации вы можете загрузить правила на английском языке. Это будет, наверное, проще. Вот, и, соответственно, дальше уже все прочитать и решить, что вы выбираете. Ну, пожалуй, вот этим анонсом мы нашу краткую беседу можем закончить. Поблагодарим Анну за радушный прием. Желаем творческих успехов, успехов в новых выставках, новых каких-то творческих встреч и знакомств, соответственно, художественных. Ну и до новых встреч пожелаем всем в Париже и не только. В Париже и не только. Кстати говоря, я приеду в Петербург с несколькими французскими художниками в середине, в
самом конце мая, так что будет еще, может быть, у нас с вами возможность. Или с пленэром? Скорее с таким, ну, пленэр и история. Поедем к Крепину, в Пенаты, поедем в Марьино, так что на Светлану, может, еще встретимся на этой почве. Обязательно. Спасибо. Спасибо. До свидания.